Проверка знаний в области охраны труда – неотъемлемая часть работы управления промбезопасности. Чтобы избежать несчастных случаев на производстве, каждый сотрудник компании должен уверенно знать и соблюдать правила охраны труда и промышленной безопасности. Ранее проверка знаний проводилась на бумаге, теперь работник это делает за компьютером через программу Olympox. На сегодняшний день у нас в электронном виде порядка 400 тестов, да, разработаны. Люди смогут тестироваться после проведения повторного инструктажа. Плюсы данной системы о том, что мы охватываем абсолютно весь персонал касаемо рабочих специальностей. Людям никоим образом не стоит бояться, то есть смысл до автоматизма отработать их знания в области технологий, в области охраны труда. Не преследуется цель отстранения людей от работы. Работник компании заходит в программу под своим именем. На выбор ему предлагается самостоятельно подготовиться или пройти проверку знаний. Контрольные тесты генерируются случайным образом и содержат вопросы, ответы на которые покажут, насколько человек владеет знаниями в области охраны труда и промбезопасности. Электронный тест исключает влияние человеческого фактора на результат проверки. Если непосредственно руководитель что-то и не спросил, что-то, может быть, и немножко подзабыл, спросить у работника, то здесь сама программа, она как бы по профессии выдает тот необходимый перечень, который требуется от работника, и тестирует его. Цель таких проверок не в отстранении человека от работы, а в проверке его знаний, выявлении пробелов в знании требований охраны труда. Руководитель увидит, что нужно подтянуть подчиненному, и при следующем инструктаже уделит этому особое внимание. Кстати, эта программа сетевая. В управлении промбезопасности смогут проверить каждого работника, прошедшего тестирование в своем цехе. Пока программа работает в тестовом режиме и только в рафинировочном цехе. Но уже в 2015 году планируется подключить к ней 19 технических классов, расположенных во всех подразделениях компании.